Приветствую всех любителей хоккея. Дошли мы до бриллиантовой лиги, это предпоследние призы за прошлую неделю. Тут два Ultimate Pack, два NHL Players Pack и 375 очков. Призы возьмем. Непродаваемые наборы, потому что, естественно, будем менять их на коллекционки за новые испытания. Вот это Team of the Season, которые где-то вот эти... Погнали открывать. Так, ну вот откроем вот этот один золотой игрок. Какие-то тоже еще наборы попались. Так что мини-набор. Следующий идет. Это я играл сегодня в Хатраш, просто наборы попались. Дальше премиум пак, и потом к самому интересному, конечно, перейдем. Две селебрации сразу. Три селебрации в одном паке. Они же там по 1500, ну, 1500 стоят. Так, погнали теперь основные призы. У нас будет два Ultimate Pack, 20 игроков, все 80+. Здесь у нас 10 игроков, все игроки NHL и 4 80+. Поехали. Фабри. Это, кстати, игрок Робби Фабри. Пару лет назад я его попробовал, как-то состав поставил. Я просто обалдел от него. Он играл как 99-й. Клепал мне голы один за другим. Запомните его, может быть, попробуйте, кому-нибудь понравится. Вот первый фиолетовый игрок Зак Санфорд. Я не знаю, из текущей коллекции он или нет. Я посмотрю, может быть, он подрастет на плюс 2 элемента. А левый нападающий Зак Санфорд. Имеется в виду, вышли, по-моему, вчера ночью новые непродаваемые, новые игроки трейд дедлайн. Может быть, он из новых. Идем дальше. Вот первый фиолетовый уже неплохо. Бывает же, вообще ничего не попадается. Алекс Аккер писала. Поехали дальше. NHL PS Pack. Ну, 10 игроков NHL, 480+. Я уже читал. Нилан Фут, Бэквелл, Багасиан, Экин, 80-й Миллер, Джингел. Дрю Доти, 84-й для сборки, тоже неплохо. Барри Болет, Гринвей и Чарли Маковой. Ну что, Ultimate Pack, два набора, 80+, самое ценное. Но мы давайте зайдем в сборку обычных игроков и соберем пару наборчиков. Потому что здесь весь сезон мне что-нибудь интересное выпадает. Два премиум игрока сначала и потом набор 82+. И потом уже ультимейт паки будем открывать. Сразу 83-й Тейвс. И 80+. Поехали, открываем. Последний раз тут мне Мессия 95-й попался, я его сразу в состав поставил, отличный игрок. Но обычно, когда 82-й сразу выпал, тут уже ничего не выпадет, поэтому долистаем до конца, все понятно. Я релифтом на 78-й еще попался. Все, переходим к Ultimate Pack'у. Шарганович, 81-й. Ти Смит. Алекс Туч, Ритич. Боливьер, Жерар, Читил, Эпглот и 89-й Беннет. Отличный для сборки. Prime Time коллекция. Центральный игрок Флориды Пантерс, 25 лет. Выглядит на 30. Ну,
Показатели средненькие. Райан Дингел. Джордан Биннингтон, 84-й. Майк Смит. Нюрджер Хопкинс. Колтон Парейко. Бо Горбот. Джейсон Спеца. Михаил Сергачев. Так, и ну, у нас два фиолетовых уже есть. Переходим к Ultimate Pack'у последнюю. Митчелл Марнер, 85-й. И 90-й вам Рэмсдик. Вот я его в состав поставлю, потому что пару лет назад он у меня слева играл. Реально забивал столько голов. Вот и у меня в этом году играет Хинц. Там по 300 с чем-то голов он забил. Также у меня Ван Эмзик вот этот играл. Я его поставлю, попробую. Хотя ему было тогда 30 лет, уже сейчас 32. Показатели неплохие. Спасибо. О, еще один 85-й Малкин. Ну все, можно тут. Вот Марнер. Малкин. Можно уже и коллекционочки получить, и в состав на пробу поставить Рамстика. Не знаю, как это правильно произносится. Все время меня, ребят, пишите, что я не... Вот как фамилию правильно произнести? Напишите, уж помогите. Жду. Так, ну у нас еще половинка набора осталась. И Кейл Макер еще 84-й выпал, но он у нас X-факторный. Спасибо. Ну нормально, 2 84-й, один, по-моему, 84-й, 2 85-х, 90-й выпал. Отлично, спасибо. Все, ребят, наборы открытые. Потом посмотрим видео вам Ван Ремзика вот этого, попробую, что он из себя представляет. Пока не знаю, но вот реально попробую, потому что он, я говорю, пару лет назад отлично заходил. Это набор кастомизации. На этом я уже... Тут мне интересно смотреть, я сегодня вам все уже показал, что можно самое интересное, поэтому... Все, ребят, увидимся. Пока-пока всем. Пишите.